У вас такой чистый
Знаете, что мне сказал мой лечащий врач? Лечащий врач мне сказал, если вы будете принимать лекарства каждый день, то вы отправитесь в Царствие Небесное совершенно здоровым. Замечательно сказано. А мадам Флория, вы же тетя? Я тетя. А, моей невесты. А, да, да, да. Ну, как вы думаете? Ну, она сможет меня полюбить или нет? Ну, а не слишком ли она молода для вас? Ну, почему молода? Ей уже целых 21 год. А вам? А какое это имеет значение? Мужчина стар ровно настолько, насколько он был. Вы действительно покорили женщин. Я всегда был таким. Я вечно жую, я тебе
моем жанре где? А я дома. Я компаньон Жюльет Вермон. А, ты знаешь, Андрей, я сегодня совершил великое открытие. Я влюбился на лесу. Ну, такое бывает, особенно с тобой. Нет, это очень странно. Сегодня я увидел жизнь издали, я понял, что я жить без нее не могу. Рене! Боже, Рене, как я рада тебя видеть, Рене! Какое счастье! Боже мой, а почему ты здесь под именем художника Бартена? Жюльет, прошу вас, не выдавайте меня. Я слышал, что вы хранил даже детей. Да. Я прошу вас. Представьте мне. Но это невозможно. Жюльет, что не сделаешь ради лучшего друга своего жениха? Кто это? Это? Я вас не узнаю. Я что-нибудь для вас придумаю. Ты это должен серьезно говорить. Не боюсь, но вот мне назначена ваша встреча. Какая чёрт встреча? Жюльет! Мои почтения по последней день. Я друг господина Виссара, художник Бертен. Какое совпадение. Вы друг господина Виссара, а я подруга Жюльет. Никакого совпадения. Это судьба. Как предназначен звездный. И что, наша встреча случается? Да, случается. Вот вас и останется, прошу вас. Если это вам доставит удовольствие. Огромное. Вы знаете, мое поведение можно назвать безумством, да что там. Скорее, безрассудством, но как только я сегодня увидел вас, я понял, что полюбил. Полюбил так, как никогда на свете. Все видят, что я не могу. Я не хочу расстаться со своей мечтой. Если лишь
не говорить. Не хочет, я порывался тебе сказать. Вот я на слово. Боже мой, я... Ты думаешь, что я в это поверю? Да. Да? Я глупая, но не до такой степени. Нет. Боже мой, на эти деньги мы могли бы... Мы могли бы ошибиться. Я поняла, почему ты не захотел мне этого сказать. Ты меня не любишь. Джульетта, ну как? Как можно тебя не любить? Oh!
и тайны тут особой нет. See you.